Почему замужняя Ксения Собчак избавляется от самых личных вещей? Неужели телеведущие стыдно за свое скандальное прошлое? Собчак сдает каждый год большие коробки. Сколько стоят платья, топы и бюстгальтеры со звездной груди Собчак? Это огромные деньги. И кто будет донашивать ее стринги, слипы и танго? Может быть, есть какие-то фетишисты? На благотворительной акции Ксения Собчак больше похожа на гимназистку, чем на гламурную диву. Серое платье с отложным воротничком, волосы убраны в скромный пучок. Вот только публика смущенно отводит глаза. Ксения так торопилась на бал, что, похоже, забыла надеть главную деталь женского гардероба – бюстгальтер. Я очень люблю моду. Это после свадьбы с Максимом Виторганом из гардероба Собчак резко исчезли вызывающие наряды, которыми раньше светская львица эпатировала публику. А чтобы откровенное прошлое телеведущей не пылилось в шкафу, она распродает его на одной из московских барахолок. Нужно все время выступать, какие-то мероприятия, корпоративы. Поэтому, естественно, как-то я стараюсь обновлять свой гардероб. Девушки с нетерпением толпятся возле примерочных. Каждый из них хочется побывать, пусть не в шкуре, а хотя бы в шмотках Собчак. У меня уже накопились вещи. В моем гардеробе висит пиджак, который я там 3 раза в жизни одела, а здесь мы можем его продать за очень небольшие деньги. В гардеробе Ксении Собчак, куда ни глянь, модные бренды, а цены совсем не кусаются. Вот этот топ, расшитый бисером и пайетками, стоит всего 1000 рублей. За 2000 можно приобрести один из откровенных корсетов телеведущей. Атласный зеленый с подсолнухами, бежевый с кружевом, фиолетовый со шнуровкой. В них когда-то завидная невеста Собчак соблазняла своих ухажеров. По демократичным ценам можно купить бюстгальтеры со снойного тела и даже нижнее белье звезды. И никого не смущает, что все эти кружева и веревочки побывали в самых горячих точках. Может быть, есть какие-то фетишисты, которые покупают нижнее белье? На все есть свой любитель. На ценнике указан размер 2. Но покупатели подозревают, телеведущий себе явно льстит. А вот и раскрыт ее секрет. Выдающаяся грудь у звезды появляется благодаря бюстгальтеру с чашечками, которые закрыты. Качан гель. Весит накладной бюст не меньше килограмма, а в магазине стоит 3000 рублей. Это мои купальники, раз там стоит мое имя. Но покупателей на распродаже больше волнует не гардероб знаменитости, а ее внешний вид. За спиной Ксении посмеиваются. В благотворительных целях Собчак готова с себя последнюю рубашку снять. Вернее, бюстгальтер. В данном случае мода – это то, что объединяет меня и многих моих подруг. Поэтому мне просто легче всего, наверное, в этой области собрать большую сумму денег для того, чтобы передать ее на благотворительность.